счастье, что удалось избежать такого большого количества жертв. Это кадры обстрела ночного Цхинвали, как они были показаны российскому телезрителю. Обратите внимание на черное кавказское небо, залпы града. А вот это исходный материал целиком, снятый грузинским оператором 8 августа в Цхинвали. Идет осетинский военный с белой повесткой. Пустоватый такой город. И грузинский солдат стреляет по боевику, между прочим, после предупреждения. Похожие кадры. Да? Ну а слева спящий город, и грузинский солдат, разумеется, стреляет по подвалам с мирными жителями. Люди погибали от снайперских пуль. Возвещает российское телевидение. Погибали, но не от снайперских пуль, а от бомб. И не в Цхинвали, а в грузинском горе. Это грузинская женщина в шоке от гибели своего сына, убитого российской бомбой. Эта женщина потом долго ходила по горе, как страшный призрак войны. И укор лжи цинизму российских телевизионщиков. Там попала мой дом. Эта осетинская женщина была ранена. Но чьей бомбой, мы не знаем, потому что в этих кадрах показана бомбардировка города Гори российской авиацией. Бежит. Вот сразу выбежали. И вот так пострадала я. Следующий снаряд разорвался в метре от нее. Но это совсем другая женщина. И это жертва налета российской авиации 9 августа. Удивляет не столько ложь журналиста, сколько уверенность, что эта ложь останется незамеченной и безнаказанной. Увы, обманывают.